Всем привет. Нет. Вася, отвечаю. Сегодня неожиданное видео будет. Как говорится, с Римасом мы наконец-то все арму навил. Решили мы поиграть немножко. Зашли просто так на первый попавшийся сервер. Чисто для себя. Ну да. Вот, как говорится. Такой, притом запись будет. Здорово, мужики. Че, как дела? Запись без купюр, я бы сказал бы. Ребят, кто не знает, кто такой Римас, ссылочку на его канал я спрошу под видео. О, такси, точно. Вот, наперёд? Оу, чё, Вася? Чё, поехали, прокатаемся, эти таксисты. А чё, такси же бесплатное говорили, да, тут было последнее время? Такси бесплатное? Какие цены-то вообще, или бесплатно? Бесплатно всё. О, ну поехали, поехали, покатаемся туда. Поехали. Где? Где твой шарман? Ох, нихера. Братан, смотри, у них тут номера на тачках. Садитесь сюда, я машину возьму. Нормальную. Служебную, то я на это не могу вас таксовать. Ага, давай, давай. Чё, снайперок, чё будем делать-то? Это, шестерку бери, Вась. Шестерки нет. Как это случилось? Есть Мерин и есть Ауди. Мерин, Ауди. А Мерин какой? Сейчас скажу. 180. Ну-ка давай. 190, да. 190 кузов? Да-да-да, 190 кузов. Слушай, классный у тебя Лехус. А, в Тубле Лехус, говорю, это Субару. Это Суба. 190. Ага. 190. Ешка. Так, давай, на нем мы расшибемся. Это, подожди, 190 это цечка, Вась. Это. А второй, что там, Ауди какой? РС-4. Че, по олдскульному или по свежему? Давай по свежему. Давай на Ауди. Ну давайте. Классно отточило. Вась, да, пристёгивайтесь. Да ладно. Так, все. Куда едем? Это... Так. На медь? Давай, да, этот... До бандитского укрытия, посмотрим, что там происходит. А, да, до бандитского укрытия. В Ковале, так понимаешь? Да, конечно. Ну да, да, возле Ковала. Ух, как она тащит-то у тебя прёт. Ща, как орёт, а. Ты видишь, Вася, да, как она ревёт прям? Да мы только прилетели на остров, хотим посмотреть, чё почём. У меня тут хаты старые остались. Короче говоря, давно мы сюда не прилетали. И решили этот немного посмотреть, что тут вообще происходит, какие новости вообще. Кто тут губернатор, как тут менты, бандюги как тут поживают. Менты, как обычно, бандиты, в принципе, так же. Насчет губернатора, не знаю. Вон. Слушай, там оккупировали. А банда, это малолетних гопников еще есть? Нет, они распались. Распались? Что, конфету не поделили, что ли? Ты что, учебный год начался? Зато они по всем другим группировкам рассосались, и все отлично просто. Так это отлично или плохо наоборот? Ну такое, знаете. Прайды там, Рэблсы, сами понимаете. Так. Слушай, а таксистам штраф начисляется или нет? Начисляется. Поехали через центральный вход. Через центральный. А зачем? Через задний, нормально. Ну ладно. А где тут? Оно здесь. Дядька, меня слышно? Дядька. Еще если вам нужно можете себе позволить провести ремку или там заправить машину, если вы будете кончиться, подключить. Можно. Бесплатно. Вы отписываете любому человеку с припиской такси, он принят ваш заказ и по координатам, которые вы выводите. Братан, ну все, нашу.
Слушай, взрывчатка, смотри, тут есть, прикинь, за 12 тысяч. А взрывчатка, она только чисто для фидрезерва. А, ну понятно. Возьмем. Кого? Фидрезерв или взрывчатка? Ну, может... Не, фидрезерв брать не будем, нафиг нам. Ну, я тоже так думаю. Мешок на голову, штуки 3, давай возьмем. Так, все, у меня место, походу, закончилось. Ну-ка, сейчас посмотрим. Да, у меня все, короче. Я полный. У меня, короче, клейкая лента 6 штук. Отмычек 6 штук взял. Нормально. Кстати, смотри, что у меня есть. Что у тебя есть? У меня вот это вот есть. Одевай. А, о, у тебя уже одето, да? Надето? Да, это ты одевай. Слушай, а как теперь вещи-то пере... Да на пол бросай, потом это откроешь через... Ну, либо так. Сейчас мы узнаем, что ты носишь с собой. Прошу прощения, ребят. О! О, как белый человек стал. Эй, верни обратно. Ёпти, тебе сколько шмоток-то? Во! Во! Как белый человек теперь наконец-то. Я говорю, у меня шмоток. Подожди, а шляпа есть у тебя? Ну это, самса на голову. Нет, нет. Это начальник, короче, до дому довезёшь нас? Ну, куда? Там сам это самсу надо будет взять. Так, ты что-то еще забыл? Поехали. Да, это все. Компас. Не нужен. Да, да нет, у меня есть компас, пойдем. Координаты или говорить. А я тебе дорогу покажу, слушай. Поехали направо. В Ковалю, короче. Слушай, а вам форму выдали местную там это токсичную? Нет, 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 еще. Делают. Типа на чем бомбить, это типа без разницы, хоть в трусах, да? Ну да, нет, нам сказали в желтой просто одежде переодеться, ходим с ним. Ну да, а-а-а. Чтобы замечали, чтобы не убивали там перестрелку. О, смотри, там кем проехал, то что видел. Ага, видел. Слушай, братан, так мы же это честным бизнесом хотели заниматься. Да, да, я что-то опять запутался. Да, мы, короче, сегодня честным бизнесом будем заниматься, никого трогать не будем там. А радар направо. Для таксистов действует или нет? Ну ладно, это... Ну что? Здесь направо. Ну, то есть направо. Штрафы на вас действуют? Да, прямо. Прямо по главной. Нет. Над левее, левее, и левее, левее и сразу же направо. Вот здесь, короче, все. И, грубо говоря, я сдал свою хату. Открывай, брат. А там один хер нечего брать. У меня прямо напротив ковала. А тут брать нечего. Ну да. Давай, где там твой этот чебурек? На Windows жми. Самса. Бороду вид. Не, должен быть чебурек. У тебя, а вот чебурек. Во. Да, у тебя точно взять не. У меня как у латыша, хуй да душа отвечаю. Ты видел, что у тебя находится тут? Чё? Там куча это патронов и отсутствие оружия. Да, только патронов к нему нет. Слушай, откуда ты его достал вообще? В бандитском укрытии продаются, но патроны к нему там не продаются. А, блин, а толку продавать? Вот с него толку как это, как с козла молока. Сейчас я закину его.
хирургический набор тоже положила обратно. Поехали. Давай не шарманку, братан. А он не глушилый. Настрой. 163,8. А я ж тебе скинул 60. Давай 163,8. Так, магазин грузовиков. Хотим грузовик какой-нибудь взять нормальный. Вася, а может на этой пофармим? На чем? На такси. Зачем деньги тратить на грузовик? Братан, у тебя багажник большой. 50 вроде бы 60. Слушай, поехали, где кирку там взять, там туда-сюда? Вы давковали, наверное? Да, поехали. Ладно, это, на рынке. Да, в хозяйственный магазин нас, пожалуйста, брат. Ага. Это, знаете, короче, братан, это пособие для кепки, который только на остров пришел, что можно вот так вот на такси бесплатно пофармить. RS4. Здорово, братуха. На наш остров. Да так, да случайно. Да вот, зашли туда-сюда. Посмотри, ну. Залетели самолету. Понятно. Это же надо лицензию моряка, там дальнобойщика покупать, а тут хлопцы все и тугезы. А Макаров куп. Макаров говно. Ага. Да? Бери это что-нибудь такое, бери там ТТ, если доступен. Я охерет, ТТ 20. Вот цены у вас пугающие. Ну и чё, слушай, брат, вообще на такси работаете как? Интересно? Ну, такое. И когда заказов нет, то скучновато. А долго бывает заказов нет? Ну, иногда за бурю 2-3 заказа от силы бывает. Ага. Вон вчера я сразу прилетел на остров, было 4 заказа. Братан, у тебя ТТ, что ли? Да. Ой, Ася, у тебя чё, это пожизненный VIP, что ли, статус? Не знаю. Потому что ТТ это с VIP. Это? Да не, у меня есть базука. Не, ну ТТ это вообще мини-базука, отвечаю. С ним верты вообще только в путь отправлять в рай. Ага. Ну чё, всё? Чё, погнали? А ты зачем лопату взял-то? Я хуй знаю, чё там нужно. Кирка, лопата, без разницы. Погнали. Кирку возьми лучше. Лопату только закопать там кого-либо. Так я то и то взял. Ну погнали. Или подожди. Стоп, стопы. Слушай, сзади такие стопы. Два чебурека, ептать, сидят. Сейчас я кирку возьму, что она не купилась. Эй, куда так? Начальник, давай, поехали. Так, у меня тут жена звонит на телефон. Вы пока езжайте. Сейчас. А куда едем? На медь? Давай на медь. Нихуя, она боком заходит даже. А что, медики есть на острове? Не знаю. Прилетел, нет, стоит это... просто. Фармить. Сука, это кому можно придумать такую хуйню?
Слушай, брат, а это банк вот этот, он еще не работает? Что-то они сделали, что с FPS-ом это на сервере нормально. Слушай, брат, а что они сделали такое, что FPS просто шикардобельный? Не знаю. Людей мало, может, потому что... А, точно. Чем мы тут первые, да, работяги? Тут, по-моему, нет, вообще уже никто не ездит. А кто чем фармит обычно? Уголь, соль, песок. Всё. И прям сразу кепка прям хуякс и на уголь, соль, что ли? Ну сначала на это идет на яблочке зарабатывать, или кто-нибудь подкинет на газельку, покупает кирку, лицензию на уголь, на переработку идет добывать уголь, все. Значит, если кого-то мы встретим, то только на угле, правильно? Ну да. Поехали на уголь, братан. Ну, в большинстве случаев на угле. Вон тот хент, скорее всего, на уголь поехал, я уверен, просто. Потому что песок это долго, там нужно, чтобы нормально заработать, несколько заходов сделать, в принципе, как и на соль. А на угле, в принципе, нормально. Слушай, а кто уголь сейчас держит? Я честно не знаю. Знаю то, что добычу соли держат эти прайды, потом песок и стэшники вроде держат добычу, больше я не знаю. Ага, все серьезно, короче. Ну да. А, и Rebels держит продажи угля, проценты будут, правда еще ни разу не платил. Так подожди, ты типа добываешь, с тебя бабок просят, да? Ну да. Потом ты это, едешь продаешь, с тебя бабок тоже имеют, да? Ну как имеют, они так эту продажу чекают, то что, я не знаю, я еще ни разу им не платил. Что, ну, интересно. За то время, когда я фармил. Там сколько выходит, 1300 за часа два, наверное, работы, туда-обратно ездить. 300 это нормальные деньги, слушай, брат. Вот у меня 60 тысяч всего. А у меня так же самое. Что у меня зарплата всего там... Вот первую зарплату мне выдали, сколько там было? 140 тысяч, это плюс премия еще была. И за сколько это? Ну, сколько? Дня два я, наверное, поработал. Я не знаю, что-то мне выдают там сейчас... Говорят, либо один раз в неделю выдавать такую зарплату, либо раза два-три, короче, в 2-3 дня выдавать. Ага, такую сумму, да? Ну да, ну это, блин, это копейки по сути. Ну за неделю это вообще ни о чем. Не, ну, а тебе куда это тратить-то бабки, по сути дела? Ты не воюешь там. На машины. На машины? Какие машины? Хорошие собственные машины, раритетные. Раритетные где ты где их возьмешь? Вон ретро-авто есть. Ретро-авто? Привозят, да. А что там за ретро-авто? Ну, старые автомобили, редкие. А сейчас прям можно приехать и посмотреть их? Да, только там забагованная эта херня, там хер посмотришь. Ну там мотоциклы... Харлей эти продаются, потом что там еще. А это нужно иметь это индивидуальный там VIP-карту? Не нужно. Вообще по красоте. Ну там, правда, не все машины. Я не знаю насчет VIP-карты с этим магазином и что там вообще открывается, но я открывал просто так без VIP-карты, то есть я мог купить ага. Что-нибудь. А это где? Это возле бара, да? Да. И потом после он видите следы ведут куда-то, это хент по-любому. Не вижу следов. Ну до этого были в поворот был. Он уходил куда-то. Так что вы добывать будете, да, уголь? Ну немножко закидаем в багажник. Ну хорошо. Ты там, если что, не это
не беспокойся за то, что это багажник немножко испачкаем, мы тебе на химчистку дадим денег. Ну хорошо. Моделька машинки неплохая такая. Физика рабочая. А чё, кто в основном пользуется услугами такси здесь? Ну, СССРовцы, простые люди, которым нужна помощь просто. Ну, кто ещё? Ну, из группировок таких только СССРовцы больше всего пользуются. А чё, у них там, с базы до базы. А у них несколько баз, что ли, уже? Да, ну, от базы до Ковалы, имею в виду. Там от Ковалы до базы, как-то так. Я вам говорил. Ну что, давайте, добывайте, я вас буду тут ждать. Здорово, предприниматель. Здорово. Как твое ничего? Да вот, добываю, тут скучаю. А вы что, тоже добываете? Ага. Блядь, как эту кирку достать? Брат. Ну и с рюкзака, ну, в это, берешь и все. Да беру, и толку, она за спиной висит. Покрути колесико. На колесико попробуй, да. Все. Пошла мазюта по проводам. А куда это скидывать будете? Багажник. Такси? Ну да, у нас тачки нету другой никакой. А такси бесплатное. Так надо же воспользоваться моментом. Да. Что, за уголь нормально можно заработать еще? Ну, с такси я не знаю, но вот с моей 80 с чем-то тысяч. Нормально. Ну, я в одиночку с большим рюкзаком на Субарике зарабатывал по 10 тысяч за ходку. С минут 20. Слушай, тоже неплохо. Вообще неплохо. А переработка далеко отсюда? Да нет, километра 3-4 отсюда. Вообще херня. Ну, почти. Так что, ребят, кто только зайдет на этот остров, давайте не забывайте, ребят, это. А, брат, я уже тут добываю. Здорово, брат. Здорово. Парам-пам-пам. А, тут. Так, через Т же, да, там? Да, точно. Он... Короче, на этом мишне нельзя добывать. А? Не способен сохранить виртуальные предметы. Слушай, надо воды попить, что-то у меня вообще срывало. Сейчас подожди, посмотрю. Так что забивайте свои рюкзачки и все. По-другому у нас не получится. А он через тебя вообще, да, никак? Или это типа ключ надо передать? Он не может хранить, то есть у него нет инвентаря. Но у него нету, да, у него нет такого инвентаря специального. Да, поэтому будем. Зачем? Будем тебе помогать? А, так он уже забит, пошли. А, забит, что ли? Я уже последний добываю. Понятно. Ты, короче, слышишь, если что, на соли там больше будет зарабатываться. Там две... Я знаю, но там по времени побольше. Чё, братан, ты набил себе рюкзак? Да, у него рюкзак полный. Если рыбался, нет, а он же это виртуально. Типа проценты просто обижать через Жопинс какой-нибудь на продажу. Так, по-моему, все делают. Так, да, туда-сюда, туда-сюда. Не набил. Ну, через этот. Доставай кирка.
кроля мышка нама. Что, пацаны, я загрузил уже, давайте, я поехал. Давай, удачи. Давай. Что, вы напомнили? Давай, удачи, брат. Нет, подожди. Думал, муж огопать будем. Брат тоже не может таксист. Нет, таксист нельзя его использовать в криминальных делах там. Хотя он может в сторонке же постоять, покурить, типа, блядь, он это... Мы же его не вставили в курс событий. Да? Не, ну мы же его в курс событий не ставили. Этот чувак сильно испугался, он думал, что сейчас мы его гопать будем. Смотри, как он смотался. Понимаешь. Брат, доставай кирка. Да не могу достать, она мне, видишь... С кролем мышка. Не могу, у меня руки не... С кролем мышка. Да, с кролем не пока. Тогда сделай, знаешь как, показывает. Тогда убери бинокль в карман, убери ствол в карман. Ну, полностью в рюкзак. Ствол в рюкзак. И кирку в рюкзак. Потом ее хуякс достанешь из рюкзака, и она у тебя в руках будет. Не-не-не. Пистолет тоже в рюкзак. Слушай, а что за схема такая-то? А? Бинокль тоже в рюкзак. Я тоже только так смог достать. Что-то тут не то. О! Смотри. А нет, бинокль это... убери в рюкзак. О! Я ж тебе говорю. Эй, тихо, тихо, ударил. Ой, ой, подожди. Тихо. Да стой ты. У меня... Слушай, менты не подъехали? Блин, ментов бы патрулить, а? Они... Ой, они меня уже не любят здесь это. Нет. Не, нету. Нету ментов. Если ты да один. Да ты их выселил, походу, блин. Походу, да. Слушай, опять что-то. Что за херня? Братан, кирка? Ты так скоро это прошоркаешь тут дырку в земле. Так я так уголь копаю. А. А я думал. Ручками что ли копаешь? Ножками. Они у меня стальные это. Он как этот, слышь? Он как этот. Как виноград, короче, давит, короче. Виноград давит, а этот уголь шоркает. Взрывчатку мутит. Ты же в курсе, это пыль угольная, пиздец, как взрывается. Так, все, я, короче, накопал все. Слышь? Ага, все накопал. Все, поехали. Поехали, брат. Слушай, а у тебя это очки ночного видения есть? Не, у меня нет. Слышь, у тебя нет, у тебя, блядь, на лбу они висели. Меня больше смущает, что таксиста нету. Врубай. Да не, у него что, у него дальний свет сейчас заработает, нормально будет. Оп, тихо, днище чуть не задел. Кого он? Да он бампер расхлестал, блядь, по-любому. Че, куда едем? На переработку угля. Окей. Давай, Даня, на переработку. Слушай, может быть, на переработке все-таки этот? Переработаем того чувака. Как тебе такая ты идея? Ты все-таки думаешь, да, это сделать? Да, блин, ну, а что делать-то? Скучняк. Вообще. РП, что ли, какой-нибудь поделать тоже? Слушай, ну давай, короче, это... Он это переработает, да, и мы его тоже переработаем. Ну только это. Его, короче, а я займусь машиной. Да, ты только... его свяжи, короче, а да, я займусь да. машиной. Только не на гушняк. А таксист без. А этот. Сейчас, короче, смотри. Таксист не братан, в курсе. Ты, короче. Да. Ты, короче, пошел типа отлить. Мы там все сделаем, машину увезем, короче, и ты за нами езжай. Мы машину сдадим, поставим, и это нас заберешь, хорошо? Ну ты типа окей. Не приди. Хорошо. Все хорошо. Так, братан, мы и машину ну, тоже конечно, эту там... продадим. Да нет, мы можем выкуп запросить за машину. У этого уже хозяина и все. Так подожди, а может он это у него единственный транспорт там средства к существу. Ну, слушай, какой блин. Я добрый все-таки, а? Добрый, да, ты добрый человек. А добрый не выживает. Знаю, брат. О, коммерс. Оп-оп-оп. Ага. Не, ну это так совсем бедный это коммерс. Бля, я кровью стекаю. Киркой нормально ты заехал, да? Да я ничего. Нормально, кровотечение у меня. Бинтик дай. Вот зачем? Мне типа лечим раны на теле пищу. Ты чё снайпер делаешь? Ты чё тут сам? Чё? Посмотри, ты короче между нами.
Сука, то что скажу. Короче, будешь передачи передавать, потому что мне неудобно. Ногами, ногами будешь. Я буду наблюдать, короче, я вперед глядящий. Да, смотри, что Выу-выу-выу-выу-выу-выу-выу-выу буду делать. Сука, знаешь, почему я понял, что вы наркоман? Да потому что вы, сука, втроем сидите на водительском сиденье, сука. Слушай, мне... Что, нормально так сидится, да? Да все бы ничего шло, это, только у меня ноги щуркаются. А пол. Нормально. Слушай, я боюсь подумать, если у меня ноги, а пол щуркаются, блядь. Жопа-то у меня на чем? Не. Себя прокачиваешь, короче. Да. Я отгоняю. Я просто за ваши плечи держусь, короче. Руками. Водитель, а тебе нормально через руку мою видно? Ну, такое, давит немножко. Немножко видно, да? Да, ты можешь подобрать свою мантию, которая обзор закрывает. Да не, она это. Блять, один хрен разве это обратно падает, короче. Сейчас приедем, а его тут нет. Да, фары да, скорее включать. Всего, он уже. Бля, я истекаю кровь. Сейчас бинтик посмотрю. Открой машину. Слушай, брат, у тебя что есть ты? Бинтик? Не, у меня бинтик нет. Сейчас, подожди, есть у меня. Все, положил машину. Угу. В ящик. Да тебя в больничку надо, блин. Нормально, сейчас перебинтуюсь, что поцарапался. Киркой, что там. Ну хотя, знаешь, это. Киркой по башке, блядь, больно, я думаю. Ну конечно больно, ты признаешь, да? Киркой по башке заехал. Так, мне кажется, мы поворот проехали. Тогда я тоже так подумал. Я тут сто лет не был, блядь, я и то знаю, где поворот. Темно, я ничего не вижу. Я тут на угле-то один раз. Да вот прям езжай по дороге и все. Блядь, налево, левее дорога. Левее возьми, по дороге езжай. Да ладно, у нас такси едет по всем поверхностям. Шаги, вагинов нет у вас такси, что ли? Нет, мы не настолько богаты. Блядь, херово. О. Братан, ты где? Давай. Вот он. Так, здесь перерабатывают. Что, пошла переработка? Ага. Что, братан, спит что ли? Да, все нормально. Слушай, а как тут переработка работать-то, а? Это быстро? Да, короче, а багажник не закидывается у него. О, у меня лицо. У тебя лицухи нет? Братан, у меня и то есть лицо, это. Есть лицензия, переработай, я тебе сейчас скину в машину. Что с ним? Тут что ли? Не знаю. Да не будем тебя грабить, господи. Боится? Боится, походу. Походу, я тоже бы боялся два таких где-то добрых дедушки душмана, короче, с бородками. Ты тут нет? Братан, можешь переработать? Да, могу. Спасибо. Или ты не выходя из кассы перерабатываешь, что ли? Да, я не выходя. Да блин. Херня какая-то. Выйди с машины. Сейчас переработаю на этом компе.
ясно, выйдет, нет. Так, такси у нас бесплатное или платное, я чуть не понял. Не, такси бесплатный. Тут, короче, государство типа башляет, там это акция рекламная идет. А, типа... льготы всякие? Да, 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 короче, пенсионерам, старикам всем льготы дают полные. Понял? Ну, нам повезло. Для нас пенсионеров сойдет. Ну что, передай, Уголь. Передал. Да хватит уже бить человека. Что делаете? Зачем меня бить? Жизнь, братан, такая жизнь. Открой машину, пожалуйста. Это я специально ее это. Так, чё? Отбил? Да. Ага, чё там, по рации же можно говорить. Давай. Чё с человеком? Подключим его немного. Еда есть, всё есть, да, братуха? Да. Слушай, ну, это, давай, подожди. Пожалуйста. Блядь, такси же бесплатно у нас. А, нет, нет, такси нет. Братан, короче, такси за тобой вернётся. Такси посадим. А, ну и пускай он отвезет его в город. Ну. Да, да, да. Братан, ты можешь у того бедолагу там в город увезти куда-нибудь? Сейчас скажу куда. А что случилось? А я не знаю, что-то это. Да, ему плохо ему стало. Плохо стало, ну, чтобы, короче, короче, салон не заблевал тебе, братан, это. Короче, мешок ему надели на голову. Ну смотрите. Ну чтоб не испачкал салон, чисто ради этого, короче, это. Смотри, это, братан, отвези его, пожалуйста, знаешь, куда? Куда? Сейчас скажу, куда. Ну что, в больницу, раз у него бешенство? В Атиру? Не, я думаю, в Софию. В Софию? Да. Не-не-не, меня в Софию не надо. А что, Софию? Братан, там нету родственников, что ли, Софию? Нет. Давай тогда это, да, отвези его в больничку, в Атиру, это, пускай там поблюет немножко. Хорошо? Хорошо. Ага, давай это, ну ладно, давай, братан. Валим. Слушайте, сними. Все, включай фары. А, ты без фар, да, в принципе? Да, я без фар, я вижу хорошо. Так, чё там, я переработал, понимаю. Интересно? Да, да, у него там все есть, сейчас посмотрю. Ага, его еще взломать надо. Ломаем. Ну ничего, взломаем. Подожди, я выйду. Сейчас сломаю, подожди, я со штаны сломал. В смысле взломать? Машина же... Ладно. А, грузовик получается, да, надо взломать? Да, мы не можем это, в инвентарь залезть, там у него все на замках, короче. Понятно. Сейчас слом. Слушай, мне его жалко стало. Мне тоже. Такой это... доверчивый. Ну, какой-то пассивненький, да, доверчивый такой. Доверчивый очень. Ну. Может, вернем грузовик человеку? Да нет уже, раз этот, взялся, как говорится, ходи. Так, мне не удалось взломать. Мне тоже. Давай еще раз. Раз-раз на матрас. Ага. Повторение матючини. Слушай, а что ты постоянно время быстро так голодаю? По всей видимости, нам на. Меня тоже надо будет в медику сходить, может быть, мне что-то не то. Желудок промыть. Например. Да. А, может быть, еще и глисты. Слушай, это плохо. Блять. Так, не удалось скрыть машину. Тоже. Сейчас, походу, все отмычки и это, похерятся. Ага. Бандитское укрытие, если что, съездим. Да? Потом... На этой тачке. Потом можно будет замутить, короче, это. У меня там должен быть грузовик вроде. Перегрузим, короче, груз. О! Все, погнали. Так. Не, слышь, он всего... 84 обработал, братан. А, давай, тогда доработаем. Поехали. Блять, какие мы странные с тобой гопники, блять, еще и дорабатываю. А у тебя лицензия есть? Есть. А ты его обманул, да? У меня лицензия на все есть.
Да я обманул, чтобы выйти, чтобы он вышел из машины, а он сука, из машины обрабатывал. Сколько там время-то у нас, кстати? Блин, 10 вечера. Без 10, без 5-10. Все, пошла обработка. А, я купил. Так. Все, я, короче, сделал обработку, у меня обработка быстро происходит. Я не могу из машины почему-то. Не могу я из машины. Там до хера угля еще работать. Снаряжение. Вот первый раз я мог обработать, сейчас не могу почему-то. Угу. А ты в рюкзак накидал себе? Я накидать просто. Сейчас, братан, я тебе ключики дам. О, пошла мазута. Слушай, классная у него тачка, да? Ага. Что, себе оставим? Да. Переработка. Помнишь, мы как-то с тобой летали на кукурузнике, который тебя дед привез? Да. Подъечил. Классно, да? Вообще, хорошие времена были. Дедушка постоянно гостинцы слал. У тебя получается обрабатывать? Ага. Ага, у меня тоже. Как там, интересно, дела у таксиста-то? Не знаю, интересно, везет его вот это в больницу. Ну да, да. По-любому вернется обратно за нами. Полюбас. Не, можно замутить, короче, это, съездить, перегрузить все в нашу машину, а эту съездить, продать. А потом так беспалевно приехать, короче, и продать уголь. Потому что они нас сейчас будут ждать именно там. По-любому. Думаешь, его дружки там уже будет? Вообще и... прям стопудово. Я бы там бы ждал. А мы знаешь, что сделаем? Че? А мы поедем на перебивку. Ага. Римас, какой же ты жестокий! Взяли, ограбили! Сейчас комментушки пойдут. Вообще жулики прям стрёмные. Ща, ты имя узнал этого чувака? Блять, слушай, ограбили, даже имя не спросили. Ну а чё? Вот ты когда грабишь чувака, ты его имя не спрашиваешь? Привет, как тебя зовут-то? Слушай, я добрый человек, я всегда поздороваюсь, там, представлюсь, там, имя спрашиваю. Нам будьте любит. Да, я типа в доверии вотрусь, короче. Бля, после пятой отсидки продолжай один хрен так же делать. Че, там немножко уже осталось, да? Да, там, походу, одна ходка и все. Не, слушай, а что, так на такси можно зарабатывать, да, в принципе, ездить, фармить? Да, и интереса много, и ты возишь всяких там экземпляров, узнаешь о их жизни. Угу. Технику, смотри, приобретаешь. Вот вроде сегодня ничего не было, а уже это. Уже сидишь в каком-то крутом грузовике дорогом, загруженном. Да. А что так, без единого выстрела прям, да, грабанули машину, вообще... там дали, классно. Что, ты последний уголек переработаешь? Да я не могу открыть инвентарь, а вот. А, мы походу на время не можем. Да, разом нельзя заходить. Последний уголек дорабатываю. Ага.
Так выпьем же за это все. Так, я маршрут пока прикину. Давай, пойдем. Сейчас тогда этот... Перебьем тачку, а потом уже уголь, потом попозже перевезем. Где-то через часа 2-3. Ага. Чтобы все уладилось, успокоилось и так далее. Ну что... Вот так вот, короче, у нас получается. Ребят, если вам было жалко парня, это... Пишем в комментариях. Честно сказать, мне его жалко. Я, по-моему, вернул бы, конечно, все. Но жизнь суровая вещь. У меня у самого денег нет. Все, блядь, записал. Пойдет тогда, записали. Ограбили, блядь, поездили, покатались, ага. Пообщались. Вообще четко. Ты там вырежешь все, да? То, что вне записи. Ну, постараюсь. Обычно я не выкладываю все полностью, понял. Так, что, на перебивка я? Угу. Я сейчас, наверное, выйду, потому что мне надо этот за товаром сейчас ездить. Ко мне сегодня микрофон новый пришел, кажется. О-о-о. Ништяк, а ты запись сделаешь? Нет, все, я запись остановил же. Не, запись микрофона как распаковываешь туда-сюда. Блин, думаю, не знаю, может быть. Сделали, слушай, эта тема, я посмотрел бы. Слушай, походу мы приехали. А, нет, не приехали. Что такое? Там разбился? Мы пиздец это кувыркались. Понятно. Так, я тогда выйду. Мне надо обработать видос. Ага. Отмонтажировать. Давай, дочка. Давай тогда. Этот, ага. Созвонимся в скайпе. Окей. Давай, братан, отключаюсь. От души душевно в душу тебе, брат. Ребят, если вам эта серия понравилась, вот, как она у нас получилась, ставим лайки, не забываем подписываться на мой канал. Вот. Сегодня мы были с Римасом без купюр, как говорится. Вот. С вами был я, Снайпер. До новых встреч. Спасибо вам, ребят. От души душевно в душу поставил лайк, прокомментировал видео.